Каркас душа у нас готов, обшили его, поставили к брусу, зафиксировали, дверь прикрутили. Сейчас будем обшивать дверь и строить трапик. Все в таком состоянии, душ у нас поедет до клиента. Дальше по месту уже будем налаживать бак. Душевой набор крепить. У нас монтаж душевой кабины без парника у нас, но увеличенного большой ростовки, скажем так. Большой рост душевой кабины 2,40. Высота получается от трапика до бака. Поликарбонат 4 мм белый, верхушка прозрачная. Сам каркас труба 20 на 20, покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Брус 100 на 100, закреплен, обработан, трапик. И вот сама система. То есть есть лейка прямая, непосредственно с бака, и на гибкой, на гибком шланге лейка. Крючки, все как положено. Бак 250 с подогревом. Вот такая отличная душевая кабинка, метр на метр, высотой 2,4 у нас получилось. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.